Карабах Марбеза Баштианда. В начале 90-х я оказался в Агдамском районе как военнослужащий внутренних войск. Именно там я получил первое пулевое ранение в правое плечо. После завершения лечения я вновь вернулся в свою воинскую часть. Сначала участвовал в боях в направлении Ахдаре, затем нас направили в Зангиланский район. Тогда я воевал в составе батальона внутренних войск под командованием национального героя Сагиля Мамедова. Приграничные территории Азербайджана тогда часто обстреливали из города Кафан в Армении. Мы давали отпор врагам. А затем в мае 92-го армянские боевики напали на одно из сел, и во время боя наш командир Сахиль Мамедов лишился правой ноги, а я во второй раз получил ранение в спину. После лечения я снова вернулся на фронт, а затем в свой родной район Зангилан, чтобы служить в полиции. Мы начали операцию по освобождению села Кильса. В 11 часов ночи мы двинулись в направлении села, и в начале 7 утра мы уже были на месте. Здесь наш отряд остановился, и мы увидели выходящего из крайнего дома мужчину. Мы объяснили ему, что не собираемся трогать местное население, и наша задача – освободить село от армянских боевиков. Сельчанин сообщил нам, что на данный момент в селе находится 18 боевиков, и сегодня в 12 должны подойти еще 30. Мы провели удачную операцию, уничтожив 18 боевиков, окопавшихся в селе. В этом бою я получил 3-е ранение в левое колено. Мы тогда освободили от армянских оккупантов 4 села. У истока реки Бахарлы на нас напала большая группа армянских боевиков. Мы отважно сражались, и меня в очередной раз ранили в правую ногу. Чтобы не попасть в руки к врагам, я бросился с водопада и сломал 3 ребра. Высота водопада составляла около 20 метров. Все происходило на глазах у моих товарищей. Я знал, что они вернутся за мной, и затаился среди скал. Меня спас мой товарищ Сулейман Рагимов. Я был в очень тяжелом состоянии, и он по горным тропам донес меня до Зангилана. Я обязан ему жизнью. 25 октября 1993 года нас информировали о том, что армяне начали наступать в направлении Зангилана со стороны оккупированного ранее села Дерзили Джабраильского района. Перед этим 2 месяца Зангиланский район оставался в блокаде, так как все территории вокруг были уже оккупированы армянскими вооруженными формированиями. Нам сообщили, что армянские боевики были хорошо вооружены, а у нас тогда оружия практически не было. Максимум, что мы имели, это автоматы и гранатомет. С нами был парень по имени Мехти из Биладжара. Он служил в разведке. Мехти подбил один из армянских танков, что значительно подняло наш боевой дух. Благодаря мужеству сотрудников полиции, которые воевали с оккупантами, удалось избежать геноцида мирного населения, как в Ходжалы. Бой длился около 4 часов, пока у нас не закончились боеприпасы. В этом бою я получил очень тяжелые ранения. Позже врачи извлекли из моего тела 17 осколков шрапнели. Благодаря дальновидной политике нашего верховного главнокомандующего, наша армия сегодня в прекрасном боевом состоянии. Как ветераны, мы часто бываем в зоне боевых действий, беседуем с нашими военными, отмечаем их высокий боевой дух, прекрасную подготовку.
Мы верим в нашу армию. Карабах наш, и совсем скоро мы полностью освободим его от оккупации. Я уверен, что в ближайшее время наш президент Ильхам Алиев объявит об окончательной победе над врагом. Зафар бизе эштерезе, севиндерезе бизе, иншаллах.